Следующая песня – это «Моя музыка». У Галича не было на это стихотворение своего музыкального решения. Песню он назвал по последней строчке. Вот. Стихотворение не очень понятное, поэтому и музыка не очень понятная. С точки зрения теории она относится к модальной музыке, то есть музыка без тональности. Да, «Тебе за бессмертие твое». Кошачьими лапами вербы украшен фанерный лоток. Шампанского марки их штерба еще остается глоток. А я и пригубить не смею, смертельно это вино. Подобно лукавому змею меня искушает оно. Подумаешь, пахнет весною, и вербой торгуют враздрык. Во-первых, в строках привозною, и дело в другом во-вторых. Ни в медленном тлении весен, ни в тихом мерцании строки, ни в медленном таянье весел над желтой купелью реки. Ни лада, ни смысла, ни склада, как в громе гремящем вдали. А только и есть, что ограда, да мерзлые комья земли. А только и есть, что ограда, да склепа сырое жилье. Ты смертен, и это награда тебе за бессмертие твое.